Ой, был еще длинный вопрос, как я отношусь с примерами. Прямо тоже можете посмотреть, изучить. Как я отношусь к идее начисления очков согласно разнице мячей в матче. То есть команда, которая с большей разницей побеждает, получает дополнительные очки. Я негативно к этому отношусь, потому что мне кажется, что это даст еще большее преимущество большим клубам в борьбе за любые пограничные места. И с одной стороны, да, хочется, чтобы в футболе все было максимально справедливо, но у нас же есть помимо рендома, помимо несправедливости на поле, еще больше несправедливость в пользу больших клубов за пределами поля. Поэтому вознаграждать их еще формулами, которые будут способствовать их успеху, я бы не стал. Но тут еще также пишется, что команда, которая проигрывает, теряет дополнительные очки, то это еще более спорным делает предложение, потому что в таком случае даже стимула играть в более атакующий футбол на самом деле не будет, потому что это может быть точно таким же стимулом не рисковать, а писать потерять эти очки. Так что не готов я разделить это предложение. Спасибо, что всякие необычные интересные штуки на обсуждение выдвигаете.